Чтобы прыгнуть в банджи, мне нужно набрать 10 килограмм. И сейчас мы будем это делать. Погнали. Первый подход. Так, это первое. Картоха, очень калорийная. Гречки с картошкой вообще. Дальше усложняется моим постом. Еще и макароны, вообще супер. Так. Начнем с легкой артиллерии. Да. Принеси мне кетчуп. У тебя кетчуп больше тебя в два раза. Да? А вот я хочу быть больше кетчупа в два раза. Кошка с гречкой. Кошка, гречка и макароны. Ты салат вообще, как будто у тебя аппетит только разгорается. Ты прям это, знаешь, как, так аппетитно ешь. Ты как бы просто в топку дрова кладешь, и они разгораются, да? Третье, да. Кажется, давай. Становится слишком жарко. Давай, давай. А? Да. Вкусно. Очень вкусно. Очень вкусные макароны. С добавкой пойдешь? Да. Нужно продолжить. Пойдем еще? Пойдем? Пойдем. Они бы были вообще в тему. Ну давай, ладно. Давай, бери. Говорила. Налетай. Ну я не буду их есть. Как ты не можешь? В смысле, они не постные. Это так я взяла, чтобы как будто бы я их буду есть. Сделай вид, что ты их ешь. Как вот так? Смотрим, с чем они. Они капустой. С капустой. Они очень вкусные, кстати. Для пирожков место всегда есть. Не повторяйте этот трюк дома. Пойдем за фруктиками. Она пошла еще за чем-то. Малышка не наелась. Кажется, у меня еще есть место. Забираю, да? Да. Подожди. Приготовление Дарины к банджи-джампингу. Тут еще картошечка фри. У тебя остался ровно час до твоего прыжка. Ускоренно набираем вес. Итак, мы едем в скайпарк, и самый волнующий вопрос для нас, это хватит ли Дарин килограмм, чтобы прыгнуть с банджи 207 метров. Вот мы сейчас поедем вот туда вот прыгать. Надеюсь, что мы все прыгнем. Дарин, ты волнуешься? Да. Петь, ты волнуешься? Очень волнуется. Вот мы и вернулись в скайпарк. Погода намного лучше. Сейчас посмотрим, сможет ли Дарин прыгнуть. Видите? Тут проблемка. Очень сильный ветер сегодня. Момент настал. Что? Сейчас проверим. Что это у тебя тут такое? Нужно доставать кирпичи. Что с тобой кирпичи? С этим прыгай. Все, доставай. Поделать типа кофту. И будет все нормально. Давайте взвесимся. Стоп. 48. Но еще плюс будет оборудование всякое. Да, да. Нормально? Yes! 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 Дарин! Мне кажется, кто-то волнуется. Я так много ела. Разрешили. It's not enough? Yes! Да. Ваша фамилия, подпись здесь ваша. Все, ваш билет. Вы готовы? Пожалуйста. Высоко. 207 метров. Говорят, что я следующая. Что-то я побаиваюсь. Если бы ты не боялась, Лёва, надо в больницу. Я тебе вернулся. Горя! Отлично, погнали. Отлично, Оля, крутики в стороны. Зачем я это делала? Ну что ж. 5, 4, 3, 2, 1, погнали.
первый раз. Но у меня до сих пор, мне кажется, трясутся руки. Нет, не трясутся уже. Красивый вид. Да, и кушай побольше. Нет, и кушай побольше для кого. Вот сбылась мечта Дарин. Сейчас она будет прыгать. Дарин тоже это сделала. Вообще ощущения супер, ребят, советую. Очень круто. Банджи 207. Я просто летела, кричи. Я думала, такое тебе даст, это остановится. Что? Мы это сделали. Давайте. Боже. Ты удовлетворена? Да. 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 Вот никакой мужчина даже не нужен, чтобы удовлетворить эту женщину. Что нет-то после... Какой это был? Пятый раз? А, да! С пятого раза. Я простила его. Конечно же. Нет, попытка номер пять. Ох, как намаялась я с тобой. Моя попытка номер пять. Завтра начинается паудер дни, где мы будем ходить пешком и сжигать все калории. Так что все ок. Сегодня вот мы снимаем в таком лесу, ходим пешком, ищем споты. The search. Backcountry на самом деле это очень сложный вид деятельности. Главная задача найти нетронутое место. Вот сейчас мы поднимались вот туда вот, чтобы прыгнуть и проехать нетронутые поля. Хотя вот непонятно, как мы отсюда выберемся еще. Надеюсь, Мишка нас не поймает. Гряд проснулся. Снега по пояс. Не позавидую. Сама себе не позавидую. Пока я... Что может быть? Пока я карабкаюсь вверх, жестокой, мой оператор поет песни. А сердце такие одиноки. И развлекает меня. А то мне скучно. Но мне зачем больше встречаться? Ты все сказал? Все сказал, я все сказал. Ноги? Вот кажется, снега много. Ой. Но он такой мокрый, что когда ты едешь по нему, так не кажется. Ой-ой-ой. Очень мокрый и плотный. Ой. Не так, как в феврале, к сожалению. Я и не знал, что любовь может быть. Мы забрались куда-то в лес, и чтобы нам вернуться на курорт, приходится ехать вот так вот траверзно. Куда вообще попадем? Вот нам нужно как-то там оказаться. Ого, уже все. Ого. Да, мы спускаемся чисто к стреле и к серпантину. Все, уже паузер в апреле. Вот так вот, не знать, куда ехать. В общем, мы приехали. Вот все. Дорога закончилась, теперь надо прыгать через речку. Весеннее катание, оно такое. Ручьи, водопады. Зато посмотрите, как красиво. Идем на дорогу. Будем ловить машину, чтобы добраться домой. Мне земля будет сниться. Это мое личное радио. А я просила. Опять. Вот мы добрались до дороги.
Кажется, мы тут такие не одни. Вот там еще такие же. Стой, стой, сейчас поймаю. Нормальные. Мы решили, что мы первые поймаем тачку и поедем вниз. Нам повезло. Ура! И вот мы сегодня опять катаемся с Сашей Тихомировым на Роза Хутор. Hello. Сейчас находимся на New Star Camp. Здесь вот такой вот парк.